Всем привет, с вами Влад, это мое новое видео. Сегодня я впервые буду кататься на сигвеях, их еще называют гироскутерами. Так, сейчас посмотрим, как это и что это вообще. Короче, ребят, на вот таком сигвее мне сегодня предстоит задача покататься, научиться кататься. Меня будет учить Виталя, работник. Кстати, ребят, смотрите. Специально для вас выпросил у Витали. Вот видите цены? 20 гривен, 50, 70, 120. И специально для моих подписчиков, когда Виталя будет на смене, короче, скидка. Значит, вокруг дуба 15 гривен, 15 минут 40 гривен, 30 минут 60 гривен и 60 минут 110 гривен. Ну, возможно, 100 гривен. Это смотря, как вы договоритесь с Виталей. Но обязательно, когда вы будете подходить, смотрите, чтобы был Виталий, никто другой. И скажите, что вы мой подписчик, а то скидки не будет. Вот так вот. Короче, ребят, мне стрёмно, я ссу. Сейчас так, ноги ближе к борде, так сюда. Ты знаешь, очень чувствительно? Да. Давай, ладно. Дарю, ладно. Всё. Теперь чувствую равновесие. Да не очкуй ты, блядь. Чувствую равновесие, не очкуй. Я ссу. Как вперёд ехать? Наклоняйся на вперёд, да, будто бы ты падаешь, и нас камень. Когда человек руколицо. Стрип плавно, две ноги вперед. Вот. Да что ты на меня едешь? Ты не дернешься, напряги ноги. Напрягаешь ноги. Педальки очень чувствительные. Плавно, потихоньку две. Плавно, очень плавно, две ноги вперед. Меня трясутся ноги. Так не очкуй. Стремно. Кто катается, ты или она? Ебать ты разгоняешься сразу. Подъем. Ребята, даже если кто не умеет кататься, приходите научим. Ну, я надеюсь, у вас больше способностей, чем у этого персонала. Здесь также плавно две ноги вперед. А в принципе это изи. Сейчас он идет лицо в обосмате, посмотрим. Стой. Одну ногу назад и вторую. Как со ступеньки. Назад. Быстро. Раз, два, раз, два, два, молодец. У меня очень устали ноги после этого. Короче, это прикольно, но ноги очень устают почему-то. Когда привыкаешь кататься, час даже можно кататься и никак не станет. Да. Ну, оно, в принципе, прикольно, но ты сильно устаешь, и я не знаю. Ну, вот смотри, вот Виталя катается. А ну, Виталя, что-то интересное покажи там. Что, мне наебнуться надо? Не, покрутись там, я не знаю, еще что-то. Да тут девчонки чуть ли не сбил, бля. Давай, покрутись, что-то интересное.